Привет, герой. Ты классно валишь мутов, но не путай с ними машиноголовых, герой. Свяжешься с ними, пожалеешь, что на свет родился. Ох, хорошо. Теперь боль уйдет. Вот, дружище, возьми. Думаю, тебе пригодится. Круто! Очистил пещеру от мутантов и остался жив. Редстоун знал, кого нанять. Я ему передам. Герой! Эй, нужна работа! Подумаешь, напинать мутом, бывают твари и покруче. Врагу не пожелаю влезть на территорию шакалов. Что ж, ты молодец. Но мутантов бить дело нехитрое. Я-то знаю, как ты можешь закрепиться в моем городе. Этот город мой. Но я вынужден иметь дело с машиноголовыми. Они обычные бандиты с пустоши, но так вышло, что именно они подают в город электричество. При этом все время взвинчивают цену, понимаешь? Эти мерзавцы у меня в печенках сидят. Говорят, они научились объединять филтрит с плутонием. Если это так, и мы возьмем их оборудование, то надолго обеспечим себя энергией. Это твоя задача. Они держат все в охраняемом подвале в банке над нами. Нужно, чтобы ты проник в этот банк. Открой подвал и достань мне филтрит. Понял, что мне нужно? Вот что ты сделаешь. Ты проникнешь туда через старые подземные помещения рядом с банком. Этот ключ отпирает дверь в комнату руководства. Пройдешь через нее и сразу выбирайся наверх. Хватит тянуть время, мне нужны канистры с филтритом. Товары всегда первый сорт. Нужна помощь? Заходи. Кстати, если нужны деньги, можешь сыграть в карты Стик. Она обычно...